Глава города Владислав Пинаев провел встречи с жителями Тагилсуровского района, которые обращались к нему со своими проблемами напрямую. Владислав Пинаев побывал во дворе 19-го дома на улице Попова и заехал на улицу Перитную, в аварийный 38-й дом. Надо всегда на месте знакомиться с ситуацией, потому что сидя в кабинете, в любом случае это не увидеть. Вот. Посмотришь, там появляется лишний раз желание сделать что-то хорошее и действительно искренне помочь людям. Признание дома на Руднике аварийным жильцы добивались с 2009 года. Сделать это удалось только в 2013. И вот уже 6 лет люди ждут переселения. Нам лишь бы вот это все закончить, вот это всю эту эпопею. Сил нет, здоровья нет. И хотим мы попасть в хорошую квартиру, хоть бы перед смертью пожить спокойно. В региональную программу переселения из жилья, признанного аварийным, в 2012-2017 годах попали 47 тагильских домов. Перитная 38 в очереди на 2020. Нижний Тагил выполняет программу с опережением и вправе рассчитывать на дополнительные средства. Средства, которые остаются от других муниципальных образований, остаются неосвоенными. Как правило, становятся переходящими. Вот, их перераспределяют. Поэтому я надеюсь, что все-таки нам удастся, будем во всяком случае прилагать все усилия, чтобы этот дом в конце 2019 года жителей дома переселить. Двор на Попова 19 заливают водой, стекающей с улицы Гвардейская. Ничего не изменилось и после того, как в прошлом году квартал благоустроили по федеральной программе. Только из-за того мы включились в это, что, значит, вот это, вот с этим, вот эта проблема решится. Мне неудобно перед жителями, которые каждый второй, а я лично каждого обходил. Он говорит, только надо решить проблему с водой, только решить проблему. После обсуждения нескольких вариантов принято решение не ограничиваться полумерами. Глава города Владислав Пинаев дал поручение вместо поверхностного отвода воды, минуя двор, разработать проект, предполагающий строительство ливневой канализации.